можно я скажу? В прошлый раз, когда я слушала лекцию, у меня так болел зуб, я слушала так через слово, а потом, когда сказали поделиться, думаю, как бы я хотела поделиться позитивным опытом. Вы знаете, я, конечно, принимала остальные все свою линеечку, которая мне нравится, и добавила стоп. Никогда его даже не пробовала. И как-то незаметно на второй день все прошло. Прошло, потому что когда зуб болит, болит голова, и думаю, ладно, о докторе я подумаю потом. Сначала надо сладенького покушать. И удивилась, конечно, что все сладкое шло к больному зубу нормально, и практически работал каждая карамелька убирала боль. Ну, конечно, стоп – это сильнейший эффект. Благодарю всех. Спасибо, Галя. Я могу два слова сказать, как бы добавить свой результат. У меня два результата. Первый результат: у меня перестал сустав болеть на правой руке. У меня большой палец сильно болел. Я не могла правой рукой ничего делать. Левая работала. И вот так незаметно, даже сама не заметила, когда у меня сейчас двигается и палец, и рука работает, и вообще близко нет, а так... Ничего нету, а было воспаление сустава, опухоль была, я носила повязку черную и даже не заметила, как все прошло. Это первый результат, который убедил меня на все 100%, что продукт работает великолепно и нужно доверять и кушать и выздоравливать. Второй результат у меня самый последний после Москвы, я уже говорила, но повторюсь. У меня было пятнышко на левой скуле, оно еще немножко есть. Короче, я начала мазать новым кремом, который мы купили, бьютик, крем для лица. Ну вот, наверное, неделю, вторую неделю мажу. Не каждый день, а через день, допустим, экономлю. И у меня уже тут маленькое-маленькое пятнышко осталось. Тело очищается, кожа восстанавливается. Я прям в восторге. Спасибо. Спасибо тебе, Люба. Это продукту спасибо, и компании спасибо, и всем-всем, кто работал над этим, спасибо. Так что от всей души предлагаю и рекомендую, пробуйте. Никто ничего не пострадает, это не аптека, это натуральная продукция. Спасибо. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.